Давай, вперед. Я еще с этой штукой, ты точно, блин, их загруж какой-то еще новый уровень. Теперь куда мы, интересно, попали? В цирк? Потому что такое чувство, что зеркало. И посмотрите, у него что-то в руках. Такое чувство, что мы за клоуна играем. Ну, фиг его знает. Я, конечно, придумываю всякую фигню, несу. Не, это точно не Россия. Тут по-любому должна куча дерьма где-то тут быть. Обоссана, обосрана тут везде все. Потом зажигалками. Не, это не то, ребята, нет. Что-то вы меня разочаровываете. Типа он... что-то убрал-то? Не убирай. Так, а что я с этой штукой могу сделать? Типа я могу... А, смотрите. Нифига. Блин, ну вот, вот, спасибо огромное разработчикам. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы все сделаем. Погодите. Вот, вот. Блин, это круто, это просто офигенно, что такое добавили. У меня тоже, помню, был спрей, акриловая краска, да, тоже дешевая, по-моему. Самая дорогая была Монтана, а это фиг его знает. Блин, так вот, вот так вот. Черт. Говно, естественно. Ой, ладно. А помню еще, короче, мы граффитки еще тойкали, помню тогда, я еще пизды вообще хорошей такой не получил. Ну, то есть вот граффити рисуют и пишешь той, типа игрушка. Типа тойкаешь. Типа дерьмо, отстой, все дела. Я не знаю, вы застали вообще это время, ребят? Ну, в общем, да. Такой, залел, я тут побывал, Вася тут был. Ах, что-то плохо, блин. Ладно, на морду сейчас кому-нибудь. Какому-нибудь клоуну напшикаем. Так. По идее, мы сейчас только по одному клоуну можем убивать. То есть, ну, у меня уже страха нет, раз развеселился. Опа, это лабиринт. Говно какое. Это лабиринт, ребят. Так. Ну, по-моему, мы его прошли уже. Нет? Нет. Так. Давайте пилюльки выпьем. Так, сейчас нас торкнет. Так, хорошо. Так, сейчас я немножечко, ребята, попью. Так сказать, газировочки. Блин, перешел все-таки я на газировку обратно. Даже, блин, вот почему у нас сок, сука, стоит 100 рублей двухлитровый, а какая-то сраная... Газировка стоит рублей 30. Чё это такое? Что это такое? Или знаете, в красно-белом, где она сколько стоит? Кока-кола 50 рублей. 2 литра. Тут выбор очевиден. Блин, Россию просто пипец, блин, спаивают нас. Ну и дерьмом пичкают, естественно. Так, ладно, хорошо, теперь мы точно можем несколько клоунов завалить. Прежде чем, сука, сдохнуть. Но пока я не понимаю, где мы. Мы будем идти вот так вот, аккуратненько, по соседним дверькам. Так, а тут ничего нет, понятно. Но в итоге, мне кажется, нас приведут в центр, где, сука, клоунов, блядь! Видимо-невидимо. Я уже слышу клоуна. Не вижу, конечно, блядь, но слышу. Блядь, опять, сука! Чистят зубки! Оу. Оу, ебать, привет! Такой... Я на позитиве. Чё там у нас? А чё ты? Браток, а чё ты исчез-то? Блядь, исчез. Пугают меня, типа. Блин, ну что-то уже не особо пугают-то меня это. Блядь! Ни хрена! Чуваки, ну вы даете клаксоновым. Пим-пим! Ой, привет. На-на-на-на-на-на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Клево, клево.
успокоительное. Фу. Опять там кто-то... Ну хватит, пожалуйста, уже! На что еще напоминает этот звук? А будто сортир где-то ёршиком там... Хреначит. Вот знаете, когда посрешь, и такие черкаши остаются. Ну, следы от говна, когда ты посрал. Вот то же самое и, допустим, мамка тебя ругает. Ты меня ругал, кстати, мамка, за то, что я... А, блядь, за то, что я, сука! Что за походка такая, чувак? Все, вываливайся. За то, что я оставлял такой. Так, ну мы, по идее, пока ходим кругами долбанными. Хреново это. Да, видите, что-то уже знакомое. Да, мы тут были, ребят. Мы тут, сука, были. Пам-парам-папам. Пам-парам-папам. Нам надо в центр, короче, понятно все. Даша, круги мы все уже тут обошли. Давай. Пупосик. Блядь, надоел ты мне, красавчик. О, там смотрите еще кого. Титань! Блин, это нечестно! Вот это было нечестно, капец! Надо было реально. Черт, ну ладно, ребят, мы не сдаемся с вами. Вперед. Так, приехали. Опять же. Но то, что, блин, добавили реально вот этот вот баллончик, это круто. Ладно, все, идем теперь, ребят, нормально. В принципе, мы помним, да, как идти. Если, конечно, тут не меняются уровни. Не, не меняются, нормально. Так. Надо понять, ребят, куда идти. Вот это самое важное. Я пока... Ай, ручечка какая хорошая. Так, вперед. По идее, мы можем стелсом тут ходить. Я зря так... Хреначу. Так вот можем идти. Вот как понять, да? Это тут, прикиньте, какой лабиринт. Ой. Ой, бля! Ты чё ж, сука, делаешь? Что? Ну что вообще нам хп не сняю? Блять, сейчас идет. На, сука, по башке! Так, это где мы были, помните? И там с ножом, сука. Мне кажется, это та дверь. Вот не знаю почему, но мне кажется, это та дверь. Так, я сейчас, ребят... А похер, слушайте. Ага, успокоительные. Не. Ща. Долбанем его. На! Мордас. Нет, к сожалению, это не то. Ну и как? Что? Куда идти, блин? Это дерьмо напичкано клоунами. И они не особо хотят меня веселить. Ну как бы иногда меня веселят они, да. Но... Блин. Так, ничего там, надо смотреть под ноги там, может. Там, сюда нет. О! Только не говорите, что мы, блядь, пришли назад. Да. Ну ладно. Хорошо. Так, получается, дай-ка я лучше вот так вот пойду.
Блин, попробуй пойми еще, куда идти-то. Вот дерьмище какое. Пустая комната. А прикиньте, где-то здесь есть кнопка или что-нибудь такое, и... Блин. Хорошо, что знаете. Ну, блин, тут дохрена таких комнат, сука. Попробуй пойми. И мы выходим все на одну эту херню. Вот еще одна дверь, да? Но самое забавное, что здесь клоун за ней, как я помню. Да. Что-то ему вообще пофигу было. Он такой, ну ладно. Либо надо открыть все эти двери. Что-то такой хоррор, как бы. О, сейчас. Прикатит. Чиполлино. Ну чё, где ты? Застрял. Братишка, ты чё там, застрял, что ли? Ой, прошу прощения, отрыжечка, красавец. Ух ты, сука. Ну всё, блядь. Нахуя снял? Пидрас. Вот кто ты. Так, пойдемте назад. Сейчас. Примем таблеточки. Потому что, блин, даже если столько жизни, все равно... Надо поправлять здоровье. Так. Да, принять. Так, вот тут он нас напугал. Да? Где? Сзади. Да? На, блядь. Красавец. Ух ты. А, не, это обычный клоун. Я подумал, знаете, это типа главный там или что-нибудь такое. Не. Стоит тут, блядь. Опа. Ну, по-моему, это оно. По-моему, оно, потому что это другой лифт. Все, наконец-то мы выбрались. Следующий должен, да, уровень быть? Отлично. Идеально, ребята. Да, следующий уровень. Или, погодите, неужели мы вернулись обратно? Ну-ка. Мне очень интересно. Неужели мы вернулись обратно? Потому что... Черт. Окей, ребята, загрузился этот уровень. Блин, немножечко страшновато из-за этого. Так, лифт закрылся. Понимаю. Черт, бедный лифтик. О, привет, дружище. Как поживаете? О, ключ. Быстро я нашел, однако. Только нельзя открыть почему-то. Значит, это не от этого. Окей. Пойдем назад. Ключ какой-то мы с вами получили. Ну, знаете, скримеров здесь как-то вообще нет, и я понимаю то, что не так уж страшно, да. Склад. Сюда, наверное. Дверь заперта. Ну, блин, а ключ нахрена мне? Я тебе нарисую кое-что. Давай, сука! Дверь заперта. Ну, что это такое? Не. Розеточка. Ох, блин. Придется еще попотеть, ребят, чтобы найти... От чего ключ? Ринг-ринг! К
Какая замечательная музыка. Хоть бы, знаете, добавили каких-то других, ну... Ох, клонов. Блин, ну, плиточка бедная. Вот тут сортирчик. В сортирах не сидеть. Туалет, туалетик. О! Отличненько. Тем последним вечером в больнице я решил покончить с этой чертовой игрушкой, забрав из нее дневной комнаты. Я спрятал куклу у себя в палате. Дождавшись ночи, я тайком прокрался в туалет и попытался сжечь ее, но она вовсе не собиралась превращаться в пепел. Я оцепенел от ужаса, когда увидел, как эта расплавленная и горящая масса пластика вновь начала обретать форму. Выбежав из туалета, я заперся в помещении раздевалки. Это горящее нечто погналось за мной и стало ломиться в дверь, которую через несколько секунд начал охватывать огонь. Начинался пожар, едкий дым стал проникать внутрь помещения. Мне удалось сломать решетку вентиляции и выбраться через старый лаз в стене. Я бежал, не оглядываясь, что из сил по бесконечным коридорам и лестницам, пока наконец не добрался до выхода. Казалось, будто... кошмара. Сейчас будет опять клоун за нами этот. Блин, короче, ладно, давайте уничтожим эту игрушку. Черт, ребят. Давно как бы пора. Че, не хотите? Сейчас у нас пройдет этот глюк, блин. С биркой, да? Что-то там написано. Либо складское помещение, либо... Ух ты, блядь. Ух ты, какой-то новый клоун. Чувак, у тебя что, протезы там, типа? А, блядь, ой-ой-ой-ой-ой, на нахуй, ебать. Хуй там тебе. Испугать меня захотел. Не, ну так-то, конечно, стремноваться. Отсюда ключик-то. Блядь, не отсюда. Привет, братишка. Блядь, ты заметил меня, сука. На нахуй. Всё, падает. Ну... К сожалению, да, если есть оружие, все, уже игра превращается. Вот это они зря сделали, что дали мне такую хрень. Так, что теперь здесь? Закроюсь-ка я. Мне нельзя закрыться. Там опять поковырять. Есть, короче, оксиген. Опа. Эмпти цилиндр не использовать. Блин, это, конечно, здорово, но... О, какая у меня штука появилась. Ну я слышу, кто-то шепчет, блядь. Сука. Мы погнали обратно. Да. Что же будет, блядь? Ну чё, взорвать там? О, точно. Все понял. Серьезно? Это закончился уровень уже, все, да? Левел 13. Так быстро, ну, наверное, мы уже закончим, потому что я хотел как бы вот. Ух ты, босс! Ребята, да, все-таки закончим мы игру. Хорошо, что я не оборвал серию, то. Хотя хрен его знает, сколько мы его будем мочить, поэтому, ребята, хз. Загрузочка. Ой, что-то щелкнуло у меня. Так, хорошо, какие, блин, клевые стены у тебя. Гребаный ублюдок. Шарики. Я люблю шарики. Полетаем. Давай полетаем, куда ты летишь? Мы все там летаем. Где мы летаем? Мы там летаем. Внизу. Летают они, а суки. Я тоже так-то летать хочу. Ну не так, блядь. Чтоб душу высасывать, понимаете? Так, опять лабиринты. Вот эти клоуны, блядь, доебали меня с этими лабиринтами. Че за мной идет? Блядь, шарик. Сука.
Бедные детки, а? Они же как ляс... как ляс... как раз любят шарики. Конечно, идут сразу за клоунами. Привыкли думать, что они хорошие. А они, суки, блять, этим пользуются. Так, шарики это типа ориентиры, я так понял. Или что-то такое. Что, блядь, без шарика реально? Что-то не понять. Так, смотрим. Где же босс? Где же нас босс? Ух ты ж! Ух ты! Что это такое? Это же носик, носик! Так не говорите, что уровень закончен. Все, уровень пройден с боссом. Нет! Да блин, я его даже не увидел! Сохранение. Это что за хрень? Я его даже не увидел! Ну ладно. Раз взялись, да, ребята, надо закончить уже. Да ёб твою мать, чё у меня щелкает? Стреляет, стреляет, ребята, в ухе. Дядя, я помню, говорил так. Так, о, чувак, что такое? Что такое? Я был единственным выжившим в ту кошмарную ночь. Прошло много лет, но я никогда никому не рассказывал об этом. Я очень сомневаюсь, что кто-то бы мне поверил. Все эти годы я был уверен, что оно погибло в том пожаре. Но я не смог уничтожить. Теперь оно добралось до меня. И ебать, я взял пистолет. У меня 17 патронов. Окей. Окей, сука! Ну-ка, выходи! Сейчас биться будем. Так. Может, он из лифта выйдет или чё? Да что тут, смотрите, ни хрена себе, тут 4 лифта, чё за херня? Ебать, я не тот лифт вызвал, нахуй! На, сука, на, блядь, на! Умри! Пиздюк, ёбаный, у него бензопила! Ух ты, нихуя! На, по яйцам! Так, у меня 7 патронов, блядь! Чё там у тебя? Так, понятно, из этого лифта я хрен вернусь. Сука, да вызывайся ты уже, блядь! Не пили меня, пожалуйста! Хуя ты распилил-то меня! Да, лифты не работают, ребята, блин, что делать? Вот там какой-то ей, я вижу... Вот это что такое, газовые баллончики? Это что, типа в них... Я все понял. Ой. Ай, все стреляет и стреляет в ухе. А, что-то, кстати, фонарик, смотрите, у нас типа закончился. Только сейчас обратил на это внимание. Так, хорошо, а если... А, ну обратно, да. Как бы смысла нет возвращаться. Так, шарики, блин, надо, короче, его, знаете как? Сейчас как он пойдет. Сейчас. Мы поймем, какой из них, блядь. Ах ты, сука! Привет, привет! Сука! Ёбаный ублюдок, а! Да ты! Он охренел! Да ты охренел, слышь! Так нечестно, 11 патронов. Что-то ему было по, опять же. О! Возьми бензопилу! Охренеть! Ну что, съел? Ублюдок, мать! Твою. Так. Сейчас я тебе... Что? Нарисую, блин. Большой, так сказать. Вот тебе, сука. Гребаный ублюдок. А его покрасить, кстати, можно? Нет? Тут жопу нарисую вместо головы. Или, знаете, типа яйца.
Волосатый. О! Вот так вот. Мать твою. О, что-то шарик там покосился. Так, или что? Сейчас-то мы можем выйти, если что? Или это типа лифт вот этот вот? А, окей, тут нет кнопок, все понятно. Интересный лифт, да, интересно. Прикольный. Так, еще один уровень, смотрите. Я думал, типа мы закончили, покончили с этим, но нет. Еще один уровень. Ой, дивизию, ладно. Это типа... Помните Портал 2? Там подарочек нас ждал. Вот, походу, тот же самый, блядь, подарочек с подвохом. Ну, сука. Что там? О, блядь! Ёбаные маленькие... Каратыши! Да вы чё у меня? Блин, у меня не... Ух ты, ни хрена себе! О, блядь! На, нахуй! На, блядь! На, сука! Сегодня готовы вкусные... Клоунские окорочка! В меню. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам. Ну что, сука, мало, да? Мало, блядям. Оп, увидел, увидел, заспавнился все-таки, сука. А где еще заспавнится, блядь? Все. Ага, вижу. Суки, вы меня жрайте так-то хп прилично. Заебали! Давай, сука, подходи! Все? Фух. Ну, блин, это было легко. Васёк тут ходит. Да что ж такое? Это опять уровень. Может, все-таки я погорячился, и эта игрушка... Блин. Походу, до хрена уровней, ребят. Блин, целый час будет длиться серия, вы по-любому не будете смотреть. Вот по 20, по 30 минут, вот это вот... Ну, понятно, блядь, она вылетит. Левел 19, ого! Сейчас посмотрим. Ну, блин, неужели это... Сука, может, это мы только половину игры прошли. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Фу, слава богу, 2.43... Все, видимо, концовка игры. Нам всего лишь приснился кошмар. Ну, ёб твою мать, я так и думал. Что херня это все, ребят. Ну-ка. Че там, ча... А вот эта хуйня меня пугает. А что за херня? Час 37. В смысле час 37, блядь? Там же 2.37. Ну ладно, это текстурки, наверное, забаговались. Пультяра. Не могу даже его тронуть. Блин, ВХС, я помню. Ты что, каратель или нет? Я помню, клёво, Evil Dead. Оно, типа, он пересмотрел. Видите? Фильм, оно. Понятно, он, короче, пересмотрел. Сука, сука. Все понятно тогда. А что, я выйти не могу? Это что за херня? Так, я же жрал эту пиццу. Ну, захаваю еще раз, что ли, нет? Что за херня? Ах! Спасибо, что играли. Михаил Невский. Блин, красавец. Это было круто, ребята. Это было круто, действительно. Ну, конечно, текстуры. Ладно, будем говорить. Но вы-то бы создали такую игру. Я даже, я как вообще, я ничего не знаю. Блин, для меня это круто. Богдан Зиза, Данил Конев. Спасибо им.
Да, видите, всего лишь один автор, блин. Ну или там тестеры еще были. Ну, в общем, красавец. Клево, клевая игрушка так-то. Вот. Мы, наверное, еще сыграем какие-нибудь там, может, страшилки. А на этом пока все. Спасибо огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие друзья.